Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика. И сегодня мы с оператором к вам снова с новиночкой, так как грядет новый 2020 год, который символом которого будет являться белая металлическая крысика или мышка, то мы сделали вот таких вот мышуню и мышулю. Одна у меня большая мама-мышка, вторая поменьше, ребятенок. В данном случае у меня это девочки. Вот, так что, пожалуйста, кому нужен мастер-класс, пишите в комментариях. Тот, кто верит восточному календарю, да, этот год будет, 2020 год будет проходить именно под знаком белой металлической крысики. Или мышули. Смотрите, какие симпатичные, очень-очень симпатичные. Мама-мышка у меня сплетена из желтого бисера огонька. А вот эта вот мышуня, доченька, лапочка-дочка, сплетена из смеси бисера и рубки. Пусть она маму целует. Давай. И также, как вы видите, у меня все в окружении моих пуансетти. Я приготовила еще пуансетти уже с добавлением синего цвета в серебро. Это будет еще одна маленькая композиция в подарок уже. Мастер-класс по этой пуансетти вы уже видели на моем канале. Также грядет мастер-класс по созданию вот таких вот пуансетти из рубки и бисера, да. Тут у нас мышули, тоже кому нужен мастер-класс, пишите. Ну и также сегодня я закончила вот такую большую белую пуансетти. Она мне нужна для моей новогодней композиции, именно для меня, сюда к нам домой, не для канала, конечно же. Но если у меня все получится, с удовольствием с вами просто поделюсь видео. И также мне очень-очень хотелось бы напомнить о том, что на моем канале уже год как есть авторский, бесподобный мастер-класс по созданию вот такой вот, можно сказать, гигантской, громадной пуансетти. Причем я показывала в мастер-классе не саму композицию, а именно вот как сделать пуансеттию, да. И она действительно большая, вот моя рука, посмотрите, она просто не помещается. В мастер-классе подробно описывается, как сделать и серединку. Эти шарики я тоже делала сама из бисера. Также показывается, как сделать лепесточки, как сделать листочки, как укрепить их, чтобы они держали вес. Единственное, да, я показывала сборку, но единственное, я не показывала, как делать вот ягодки, ну и веточку. В принципе, я на этом не делала упор. Вот. А так, пожалуйста, ссылочку я дам в описании под видео. Ну и еще раз обращу ваше внимание на наших мышуль. На мышуню маму и на мышулю дочку. Оператор у меня тут еще требует побольше таких мышат. Вот, плела я их опять же по своей авторской методике. Авторский мастер-класс разрабатывала сама. Поэтому, если есть желание, я могу сделать мастер-класс вот по мышуле. Мышуню маму я уже делать не буду, она и большая. В принципе, саму основу поймете, захотите, можете и папу сделать, и бабушку, дедушку, кого хотите, да? Любых цветов. Я пока решила сделать вот такие вот солнышки. Еще раз, конечно же, хотелось бы напомнить, что вы находитесь на моем канале «Кошка 2015-цветы из бисера, запятая бисероплетение, запятая МК», что означает мастер-класс. И, кстати, для тех, кто смотрит мои иногда видео, даже если вы сейчас смотрите видео в других социальных сетях, например, ВКонтакте или в Одноклассниках, то, как правило, даже если вы не видите ссылку на мой канал, вы просто заходите на YouTube, набираете «Кошка 2015-цветы из бисера», и вы уже сразу попадаете на мой канал, а логотип моего канала – это сирень, сделанная из бисера в кружочке. Поэтому вы всегда сможете зайти на мой канал с любой другой социальной сети, Одноклассники, Инстаграм, ВКонтакте, с любой другой группы, и найти великое множество и уроков для начинающих бисероплетений, и мастер-классов.
Ну что ж, я надеюсь, что обзор вот по этим вот чудесным мышкам, крысикам, как хотите назовите, из бисера вам понравился. Я надеюсь, что вам понравились. Не знаю, что сама сказала, запуталась. И вот эту мышеньку маленькую разверни. Да, я надеюсь, что вам понравилась сама идея. Я знаю, что меня некоторые спрашивали: Вика, пожалуйста, сделайте мышку, мы хотим увидеть ее в вашем исполнении. Вот мышка в моем исполнении. Кстати, такую именно систему, технику плетения мышек я не встречала в интернете. Так что опять все авторское, опять, пожалуйста, в открытом доступе. Но при этом, пожалуйста, указывайте, когда размещаете фотографии или видео где-то в социальных сетях. Я буду признательна, если вы будете указывать ссылочку на мой мастер-класс или хотя бы имя моего канала, ну и автора этого мастер-класса. Потому что, конечно же, когда видишь большое количество видео без подписи, вы выдаете свои эти работы как бы за свои. Я понимаю, что вы их сделали, но все-таки было бы приятно, если бы вы указывали автора. Все-таки я делюсь с вами. И мне очень приятно, когда люди делятся ссылочками на мой канал и также говорят о том, кто непосредственно автор мастер-класса. А иначе просто пропадает желание делать мастер-классы в открытом доступе. Вот так, мои дорогие. Еще раз дам камеру оператору, еще раз воспользуюсь случаем, потому что до Нового года остались считанные дни, буквально неделя. Еще раз покажу вам вот такую вот мою белую понсетию. Мастер-класса по ней, не будет, сразу говорю, потому что грядет, еще раз говорю, мастер-класс по планшетам поменьше, система одна и та же. И также есть мастер-класс на моем канале по еще большей планшете. Поменяйте цвет, и получится то, что вы хотите. Вот такая вот тоже красота. Ну и самые главные хиты этого видео, да, это, конечно же, наши мышуня и мышуля, мама с дочкой, сделаны из бисера. Вот такие вот чудо. А на этом все. Всем пока-пока. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Сейчас все подумают, что это видео для детей, поэтому нет. Еще раз озвучу. Еще раз ставьте лайки, подписывайтесь на наш с оператором канал кошка2015-цветы из бисера, бисероплетение, МК. И всем пока-пока. До новых встреч!